Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. Как вы думаете, что же я делаю на полу? А все очень легко и просто объяснить. Дело в том, что я решила проверить сегодня реакцию моих домашних питомцев на то, что если вдруг мне станет плохо и я потеряю сознание, кто же и чем будет заниматься? Итак, как вы можете увидеть, маленькая собачка Йоко решила меня обнюхать. А вот Алекса принялась почему-то меня вычесывать. То ли таким способом она пытается привести меня в чувство, то ли проверяет, жива я или нет, или же просто решила, что я прилегла отдохнуть, и она меня решила вычесать. Как она делает это обычно перед сном. В общем, угадать сложно, смотрим же, что же будет дальше. Вычесав полностью мою голову, она принялась за мои руки. Скажу вам честно, не очень приятное ощущение, потому что она все время пощипывается. Пощипывается, а еще своими маленькими ловкими пальчиками пытается удалить маленькие волоски с моей руки. Таким образом, можно сказать, что я побывала в этот момент на эпиляции. Все-таки почему-то она больше внимания уделяет моей голове. Хотя, как сказать? В общем, достаточно непонятное поведение у маленькой обезьянки. Одно могу сказать, что обычно Алекса бегает по всей квартире. В этот момент она почему-то от меня не отходит ни на шаг. Забегая немножко вперед, я скажу, что в таком состоянии я пребывала 25 минут. И как вы можете заметить, оператора она ко мне тоже не подпускает. В общем, по какой-то неведомой причине она решила меня охранять. Ну, раз уж я прилегла поспать или потеряла сознание, что точно в голове у моей маленькой домашней обезьянки Алексы, я, конечно, сказать не могу, но она решила на всякий случай, видимо, никого ко мне не подпускать. Наша собачка Йоко тоже крутится вокруг меня. А вот кошечка Багира подошла, понюхала и решила пойти дальше. Я, лежащая на полу, ее ни капельки не заинтересовала. Симба в этот момент лежал на диванчике и тоже не удосужился ко мне подойти. Видимо, он решил, что мы сами во всем разберемся. И это дело, которое моих представителей семейства кошачьих вообще никак не взволновало. Итак, процесс, который вы сейчас наблюдаете, называется груминг. И он продолжается все это время, пока я лежу на полу, якобы потеряв сознание. Кстати, друзья, а мне интересно, как вы считаете, маленькая домашняя обезьянка Алекса считает, что я сейчас в беспомощном состоянии? Или же она думает, что я прилегла отдыхать? Напишите, пожалуйста, ваши мысли в комментариях, а мы все это дело обсудим. Итак, продолжается процесс вычесывания и выщипывания. Кстати, хочу заметить, что я очень стараюсь не подавать никаких признаков жизни. Но это достаточно сложно, потому что все время хочется смеяться. А вот Йоко решила ко мне прилечь и, видимо, то ли погреть, то ли тоже решила меня охранять, как Алекса. Мы так этого и не поняли. Одно могу сказать. Судя по всему, если вдруг, не дай бог, я потеряю сознание, в одиночестве я не останусь. Ни собачка Йоко, ни обезьянка Алекса от меня не отходили ни на шаг в течение всех 25 минут, что я лежала на полу. Ну что ж, пора заканчивать эксперимент. И настало время обнимашек и, конечно же, показать Алексе, что со мной все в порядке. Вы только посмотрите, какая она радостная, внимательная, заботливая и ласковая. В данную секунду мне стало понятно, что она действительно обо мне волновалась. Так же, как и собачка Йоко. Друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео. Спасибо за то, что смотрите наш канал.
Ставите нам лайки, пишите нам комментарии и делитесь нашими видео в соцсетях. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Всем пока!